В феврале мы вспоминаем нашего земляка, народного поэта Чувашии, гражданина мира Геннадия Айги. В эти дни в Национальной библиотеке традиционно проходят дни его памяти. Его нет с нами уже больше 10 лет, но живы его близкие, друзья, его книги. Сотрудники библиотеки собрали целую коллекцию под названием «Айгиана». В ней все, что связано с именем поэта. Отечественные и зарубежные издания, произведения поэта, исследования его творчества, интервью и воспоминания самой первой его книги. На днях шла книга из Буэнос-Айреса, стихи Айги на португальском языке. В этом году мы получили фонд на эстонском языке, новая книга Геннадия Айги на шведском языке. Вот, а до этого у нас уже собрана была эта большая коллекция, более 800 экземпляров. Это и книги Геннадия Айги на 52 языках народов мира, и публикации его на разных языках в разных странах. Каждый год здесь открывается выставка под названием «Геннадий Айги. Сквозь время и пространство». Поэт по-прежнему говорит с нами в разных странах и на разных языках. А сегодня первую публичную лекцию провел его близкий друг, ученый-публицист Атнер Хузангай. Было рассказано о самого детства, о его жизни, о том, как развивался его творческий путь. И я уверена, что его опыт поможет и нам. И я знаю, что он очень много принес в творчество, в развитие чувашской литературы. Поэтому я уверена, что школьники должны знать его биографию.